є дорогий малайський. Я вам уже его в этом году показывала, что он немножко обгорел под агроволокном. И хочу вам показать, как уже восстановились у него почки. Эти красные хвоинки скоро отпадут, а зеленые уже заменят их, и он будет смотреться очень красиво. Мы его уже в ширину начали стричь. Он может разрастись очень широко, в ширину до 3 метров. Места у меня мало, поэтому мы уже в прошлом году низ по кругу его подстригли. Начали его формировку. Вот такие красивые приросты у кедра гималайского. Очень красивый кедр. Ему уже 5 лет. Кедры растут гималайские очень быстро. Вот могут выгонять 20-25 сантиметров в год эти приросты от прошлого года. Их желательно садить у забора, чтобы забор был закрыт с северной стороны, чтобы они не вымерзали. А вот это вот маленький, это кедр европейский. Они медленно растущие. Уже приросты у него начали двигаться. Сосна веймутова. Она тоже уже пошла в рост. Это сосна, выращенная из семян. Мы в этом году подцепили притеняющую сетку. Прошлый год у нас 2 месяца была жара, 35 градусов в тени, на солнце было все 60. И чтобы хвойные не горели, мы подцепили притеняющую сетку. Это елочка кракона. У нее красиво так свисают лапки. Она немножко как бы плакучей формы. Очень нарядная. У нее шишечки красные. И приросты идут у нее в центре роста с красным. Начала идти в рост пихта киликийская. Очень красивая пихта. У нее вот такие вот ровно расположенные иголочки, как по спиральке. И они колючие. Эта пихта привезена с Крыма. У нас я таких пихт не видела. Покажу вблизи вам Дейзи Вайт. Такая вот она вся сейчас желто-лимонная. Сандерс Блю идет немножко как зеленоватые приросты, но потом они синие становятся синеватыми.
Этот дозевает немножко поменьше, тоже такой маленький шарик-колобочек. И последняя в ряду здесь коника.